В эти минуты от российско-украинской границы в сторону Донецка и Луганска движется колонна МЧС с новой партией гуманитарной помощи. Более 100 машин везут свыше 1200 тонн грузов. Это в основном продукты и медикаменты для жителей Донбасса. На пунктах пропуска все автомобили прошли положенные таможенные и пограничные процедуры в соответствии с международным законодательством. За последний год это уже 39-й гуманитарный конвой от России. Как и прежде, много грузов поступило от общественных организаций и профсоюзных объединений по всей стране.